Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. В настоящее время близкие занимаются организацией похорон актера Александра Карпухова, а его друзья и коллеги делятся воспоминаниями. Среди них был и Александр Дьяченко. 2 дня назад скончался актер Александр Карпухов, известный по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было всего 50. Эта весть ошеломила коллег, поклонников и родных. Подробности его смерти не разглашаются, но известно, что скончался он дома во сне. Новость о смерти Карпухова особенно сильно задела актера Александра Дьяченко, с которым он часто снимался в совместных проектах. В своих соцсетях Дьяченко поделился воспоминаниями о последней встрече с другом. Цитата. «В этой сцене он говорил слова своего героя: „Весна идет, и я буду жить. Слышишь, я буду жить“». Этими словами Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. «Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино», – написал убитый горем Дьяченко. Актер с болью в сердце сообщил, что не успел даже в последний раз попрощаться с другом. Так была спешка на съемочной площадке, когда даже времени на несколько фраз не хватило. По его словам, Карпухов был исключительно позитивным и светлым человеком.